сегодня первый выпуск видеожурнала «Молодежной конференции 2011 года». Как всегда, по традиции, огромное количество молодежи приезжает в конце октября в Москву для того, чтобы провести потрясающее время в общении, в новых знакомствах, ну и всякое такое. Первый выпуск, хотя я назвал бы его первый перед первым, потому что конференция еще не началась, а рассказывать мы уже начали. Итак, сегодняшний выпуск целиком полностью посвящен тому, как готовились к началу этой конференции. Давайте спросим у непосредственных участников, что они делали и как готовились.